Помогите, пожалуйста, меня зомби сейчас съедят. Вау, убегаем от них, ребята. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть в новую игрушку, которая называется, ребятки, Zombie Road Trip, а точнее, ребятки, Побег от зомби, потому что зомби за нами, ребяточки, будут гнаться, а мы, собственно, с вами будем от них убегать. Ну что ж, ребятки, поехали, первый уровень, нажимаем Right, погнали! Так, ребяточки, ждем загрузочку и... Погнали, посмотрим, что у нас здесь есть. Интересно, вау, что это? Это бегут зомби за нами, вау, быстрее едь, машинка. О, взяли подарочек какой-то, наверное, это какой-то сувенир для меня, вау. Вот это да, ребята, вы только посмотрите, как зомбики бегут за нами. Ну разве, ребяточки, это не страшно? Посмотрите, какие они огромные. И мне на вот этом джипике, ребятки, надо от них убегать. Чем дальше я убегу, тем лучше, ребятки. Помогите, пожалуйста, меня зомби сейчас съедят. Вау, убегаем от них, ребята. Так, ребяточки, а как же мне 500 метров, я уже с вами проехал. То есть, смотрите, 2500. Все, ребятки, меня зомби схватили и сожрали, ребяточки. Так, ну что ж, давайте продолжим. А как мы можем увеличить наш автомобиль? Давайте вот возьмем машины. Ага, ребятки, вот у нас есть даже олени, но они очень дорого стоят, видите? Так, у нас 16 монет, мы пока себе даже не можем купить никакой спортивный автомобиль. Даже свинья, ребята, здесь есть. Вы только посмотрите, какие здесь есть автомобили. Карета и курица есть. Короче, ребяточки, много всякого тут прикольного, так что давайте, наверное, с вами все-таки будем... Так, а что это у меня тут есть? 50? А, нет у меня абсолютно, ребяточки, ничего. Я вам хочу сказать, что нет у меня просто ничего. Так, а как мою машину? Можно апгрейдить? Взять Cars и вот так вот. Апгрейд. 200. Ребяточки, ну у меня нету 200 монет для того, чтобы апгрейдить. Так что мы с вами, ребяточки, сейчас прокатимся по новой. Поехали. Давай, газуй, убегай от этих злых зомби. Давай, машинка моя маленькая. Отлично, ребятки. Все, две монетки мы подняли. Что мы, 300 метров уже, ребятки, проехали. Вау, давай. Ребятки, самое главное убежать от этих зомби далеко и надолго, потому что реально они могут меня просто сожрать. Вот это трамплины, ребят. Видите вообще, как я реально круто играю, как я прыгаю. Давай быстрее, эти зомбики. Бегут, давай, едь быстрее, давай, зомби уже догоняют, скелеты догоняют, помогите, скелеты догоняют. Вау, ой-ой-ой, быстрее, убегай, а то сейчас сожрут, давай, быстрее, зомби уже догоняют. Отлично, ребятки, мы от них оторвались, ребяточки, и уже заехали на ледник. Круто, вау, ребяточки, посмотрите, куда мы заехали, мы так далеко заехали с вами. Мы здесь еще с вами никогда, ребяточки, не были. Прикольно, да, не правда ли? А, давай, быстрее, убегай от этих злых. Вау, побег от зомби, ребятки, не сумели мы все-таки, ребяточки, сбежать. И опять поймались в лапы этих хищников, они нас сожрали. Так, ребят, ну что ж, я предлагаю продолжить нашу игрушку. И, собственно, посмотрим, что у нас есть. Так, ребяточки, у нас есть 129 монет. Давайте мы, наверное, с вами сейчас улучшим наш... А, нет, у нас нужно 200 монет для апгрейда. Давайте еще раз прокатаемся. И у нас тогда будут монеты. А что это такое, ребятки? Вот за 50 я могу сделать. И за 100 я могу... Что это? А, это с 7000 мы начинаем старт. Поехали, все отлично. Ребята, вы посмотрите, где мы. Мы на каком-то заводе. Мы на каком-то песке. Вот это да! Что это такие, ребяточки, зомби на вертолете? Вы видели, летают? Вон они, уйди, девочка, зомби на вертолете. Давай быстрее, газуй от них. Вот так вот. Давай, перепрыгивай. Отлично. Просто круто, ребят. Меня опять догоняют. И, ребяточки, они меня все-таки догнали, ребяточки. И они просто сейчас меня... сожрут, наверное. Так, ну что ж, ребяточки, давайте с вами возьмем по новой, наверное. Так, ребяточки, у нас первый эр уровень. Так, гаджеты. Так, ну что ж, погнали, ребят.
Надо было лучше улучшить машину нам, чтобы дальше ехать. Ну, машину, наверное, мы улучшать уже будем в следующий раз, когда заработаем много монет, ребят. А пока мы с вами ничего не заработали, давайте просто будем здесь кататься и зарабатывать себе монеты на крутые тачки, ребят. Вау, ого, я даже сальто умею делать, ребята. Вау, даже нитро. А, тут мне нитро дается за бэкфлип, ребят. Бэкфлип это сальто. И за, наверное, переднее сальто. Давай. Отлично, сальто сделали. Отлично, дали мне нитро. Давай, еще немножко. Быстрее, зомби бегут. Давай, о, заехали мы, ребятки, на завод. Тут мы с завода сразу на ледник отправляемся. Или что здесь? А сегодня у нас не ледник, сегодня здесь у нас заброшенный какой-то, ребяточки. Вау, давай. Ого, ребят, мы все-таки с вами, смотрите, уже куда дошли. Довольно-таки далеко, да, не правда ли? Давай, газу. За нами бежит зомби, много бегут зомби. А, все-таки сожрали меня зомбики и не дали мне дойти до конца. Ну что ж, ребят, давайте заново посмотрим, пойдем. Так, ну что ж, мне дали, ребятки, 100 монет, у меня уже 150 штук. Мы будем дальше продолжать ехать, ребятки, и чтобы навощить свою машину. Быстрее заводи свой автомобиль. Отлично, ребятки, все, круто. Вау, ой, тихо, бабах, ребяточки, взорвался. Давай, убегай, отлично, просто супер. Давай еще чуть-чуть догонят. Да что ж такое, ребяточки, догнали сразу же меня с первого раза. Давайте переиграем с вами. Давай, газу до отказу, зомбики. Зомбики бегут за нами, давайте быстренько убегать от них. Вот так вот, сальто, теперь нитро у меня есть. Вот так вот, ребятки. Двойное сальто и двойное нитро у нас есть, а? Или нету? А что нитро не включается? Я не понял. А, давай. Нитро, наверное, только в экстренных ситуациях включается, да, у нас? Да быстрее беги, зомбики-то сзади бегут. Вот они. Давай. Вот они уже бегут. Давай быстрее. Да что ж такое? Опять меня, ребяточки, эти зомбики сожрали. Так, ну что ж, дорогие друзья, неплохо мы с вами сегодня погоняли в крутую игрушку. Если тебе она понравилась, обязательно ставь пальчик вверх. Подписывайся на мой канал, если еще не подписан. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Мы встретимся в следующих частях Зомби Род. И может мы дальше с вами купим крутые тачки и будем с вами очень крутецкими, будем гонять на крутых тачках. В общем, ребяточки, пока-пока, до скорых встреч!